Всем здрасте, с вами Лего Хелл, и сегодня я расскажу вам о Суперсемейке 2. Единственное мое слово не себе. Это единственное слово, которое вам скажут. Там парочку скримеров. Серьез, там такие скримеры, что заставили меня сказать только одно. Шоп, я драю. Реально, я такое говорил в кинотеатре. Фильм очень крутой. Главный антагонист, который нам показали в наборах, был мужчиной, и это был брат той девочки, той дамы. А сама дизайнер, вот эта дама, сестра того инженера, ну, которые благодаря нему супергерои вернулись. Она главный антагонист! Да-да, вот этот чувак, который с маской фигурирует 5 минут, а главный антагонист – это баба. Серьезно, жуткие моменты в этом фильме. Как одевают вообще эти очки, это дико жуткие моменты. Я чуть не сдерживался и чуть не закричал. Это дико страшная фигня, ребят. Господи Иисусе Христе, мать моя женщина. Ну, наборы клевые, вот злодеи самые клевые. А вот этот крот сваливший, зачем он нужен в сюжете, если я играл в игру Суперсемейки? А его в сюжете пропусту выбросили. Выбросили его куда подальше. А у других суперзлодеев или супергероев мне больше понравился старпер, который умеет блевать лавой. Серьезно, есть там старик, который блюет. Ну, рвет. Лавой. Я еще говорю в кинотеатре, о, чувак, который блюет радугой. И чувак-сова. Дико он орёт, а? Еще там есть баба-кирпич, который фигурирует в одном из наборов. Да-да. И она очень сильно смахивает на Халка. Чувак, который может благодаря своими руками ломать разные предметы, есть там. И женщина, которая может телепортировать любую вещь. Дисней, вы что, украли у меня мою идею? Я сама лично рисую персонажей и придумал для одного из героев суперспособность под названием телепортация. Ну, вам это точно понравится. Ну, ладно. Следующие у нас даже многие персонажи вам понравятся. А вот из Суперсемейки там Джек-Джек, это малыш, он имеет дофига способностей. Он как вот этот колосс. Или вот этот... Короче, чувак и мститель, который имеет... Танос, помню. Он как Танос, готов грохнуть кого угодно. Он превращается именно в Халка, может исчезать, ну, телепортироваться сразу же, стрелять из глаз, иметь телекинез. Там 17 способностей у него, ребята. А там енот фигурировал ради комедийного приема. Ах да, там еще чувак, который умеет стрелять молниями. Очень клевый. Еще более самое угарное в этом фильме, ну, самое страшное, это моменты с вот этими супергероями. Типа одевающие на них очки, дико криповые. А вот когда мы узнаем главного антагониста, девушку, которая нам показывает то, что сам главный антагонист, это не разносчик пиццы, а на самом деле та дама, которая все снимала. И она одела те очки... Зомби-очки. Серьезно, они жуткие до усрачки. Меня это дико испугало. Господи Иисусе Христе, это было самое страшное, что у меня было. Скажу вам только одно. Сходите на Суперсемейку сами. Асюш, ну, это нужно вам посмотреть сами. А вот я не удивлюсь, если там вернут старого злодея Синдрома. Он более мне понравился. А вот умная злодейка мне дольше понравилась. Хотя там... А нафига агент стер парню, вот девочке, которая умеет становиться невидимкой, я не помню их имена, она, ну, ее парню стерли память. Стерли. Отрез. А супергеройство наконец-то вернулось в гражданство. Но в моей вселенной там супергероев казнят. В буквальном смысле. Там
Жижа в моей вселенной. Ну, однако я не могу делать по ним наборы и самоделки. К сожалению, вы можете довольствоваться закрытой давно уже серией самоделки и отделки. Но... Ну, я надеюсь, что кто-то возьмет мои идеи и начнет делать по нему анимацию. Ну, однако, герои, я могу их представить в следующем ролике, если захотите. Только поставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Давайте наберем 20 лайков. И да, я уже заказал убийцы Крока. И, конечно же, будет распаковка и показано, как он будет собран. Окей, подписчики? Ах да, сумерки, кусок... Как и 50 оттенков серого. Я их не выношу, Господи Иисусе. Я блювал, когда смотрел это все. Да-да, я блювал радугой. Я не шучу, реально. Я там блювал разными цветами. Только не советую никому эти фильмы. А я могу посоветовать вам «Тихая ночь, смертельная ночь», прикольный фильм. «Повелитель кукол». И, конечно же, «Демонические игрушки», «Зловещая печенька». И, конечно же... Опасный тромбон. Серьезно, если тот, кто в нее курит, они всасываются в сам тромбон, и там происходит такая трэш и угар. Короче, можете посмотреть. Ну, короче, удачи вам, подписчики. Всем здорово.